Вау! Привет, мои друзья, во всяком жалю. Он твой место шаншина пуна сакшаши яди шакти маташи и шнади. Ну, короче, онигири, угорь, гамбургер, хлебушек белый, квас, благодей, да, давай. Благодей. Квас благодей. Вот такой благодей квас. Короче, мясо в натуре мама нажарила свининки. И, короче, майонез. Ой, собственно, майонез кетчуп подписан. И тут вечно голодная. Так. Сейчас мы квасика оценим. Благодей. Бля. Благодей. 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 Бля, опа. Благодей, класс. Натуре класс, благодей. У таджиков всегда эти шашлыки кетчуп с майонезом смешан. Нормально, натуре. Этот нормальный? Такой же. А какой вообще вкуснее? Тот и этот. Где моя крышка внутри? Вот она. Там нервно-психобольной хавает. Как вы дали, ему погонял. Сначала у него был осьминог, сейчас детка. Ну-ка. Вкусненько. Мясо, соус, о. Мне, как всегда, голодные животные. А я буду кушать свеколинник сейчас. Ну что, себе мясо не нажалось? Я не хочу мясо. Запомни, мясо, что есть, что нет, но мне пофигу. Мясо. Класс, класс. Башка делает, да. Такое внутри с лицом. Кстати, реклама канала. Где 500? Нигерия, уголь. Бая. Вот что надо правильно открывать. Бля. Вот турево, правильно. Вот то так вот. Дергаешь. Понимаешь? Ай-я. У меня Вовке было бы 67 лет. Да. Шарик, куда тебе лезет? Что ты за всех кормишь? А что она гирю сама? А сейчас вот что за цветы уронишь? Пусть, сучка. Ты цветы так роняете. А мне Нигерия. Как правильно? А мне Нигерия. А у тебя все? У меня уголь.
отрицательно. Короче, дома снимать это капец. Так. Поем, поваляюсь. Потом мудрецу одуванчик обнаружил. Угол саргазма задам сагай. Блин, живешь тут за счастьем, за бегаешь за любовью. Потом, короче, в конце туннеля тебя потом спросят. За все это. Что, как там проходит? Нет. А почему? Я не могу спросить. Зачем мне вообще сюда прислали? Я вообще собирался сюда идти. А может и собираюсь. Наш это. Закрыто. Да. На то есть хлебом есть. С хлебом. Это четко. Блин. Что-то еще. Читал, короче, правила. Забыл. А в клубе самоубийц снова говорят огни, это ухожу. Про малыша. Песню спел. Классно, нормально. Клубе самоубийц. Но банк перед огня.
Квасок лучше, чем пиво. А. Квасочек. Квасочек. Мне трясет спина бы. А, люди, чем вам это нравится, эти мукбанки, пишите. Почему вы любите смотреть мукбанки? Самое тяжелое человека, потому что мясо соленое. Ой, горько. Да. Да. Пожирание. Полуди свинья. Они все смотрели. Кружайся. Кнутя. Но. Переход чего-то. Становился громче. Но он просто смотрел и познавал, думая, что про куколок. Но гусеница думает, чудо убийство, когда рождается бабочка. Но мы все переработанные элементы частного бытия. Но кто-то познавал свой голод. Выворачивая куколку самого себя. Я буду кушать гамбургер. Гамбургер был. Булочка. Так вот, гамбургер. Не с этого, не с бургером. А что делать колесо? Сначала гамбургер. Эбезо. Но
избыток ранимых мыслей. Он просто был мертвый, но еще продолжал жевать. Ты знаешь меня? Не бойся, потому что я. Но куда? Не рекам будет за. Закажи баня. На тебя. Все. Охота. Проснуться. Чтобы была вот эта мама. Явно. Просто уставший. Но, что? Гамбургу, что? Да, да, да. Самое голодное. Уже внутри наелся. Это костринная мозга. Гидроцефалия. Безумие. И выражение того, что это просто капец. Но. Где-то они все были. Находясь в источном понимании света. Да. Я понял. Японские салфетки на туре. Сыпанки. Это сумасшествие. Как он будет продеваться, я не знаю. Чарли, иди сюда. Чарли. Чарли. Иди. Чарли. Чарли. Прыгай давай на. Иди. Да ёбка твоя мать. Да, видишь, кому-то дай. Как он? Гита. И вот это. Гита. Гита.
что это не съел? Я объелся. Безумие. Ты просто смотришь и понимаешь, что я говорю. Энергию не сосут. Они вставили твою биооболочку. Трубочки и пососы. Ты расслаблен. Ты даешь, тебе нет укрепления. Твое подсознание тебя все бесит. Ты просто так вот идешь. Но выпивая квас, ты оживаешь в полночной тишине. Но гидроцефалия и крест гидроцефалии, он приснился коту. И кот сказал, Рязанна, по-моему, пошла отсюда. Я был в угол, посылал на этот крест. Гидросфаз выклял. А он коту приснился. Пошла отсюда! Он коту, короче, приснился. Это нечто. Его надо ликвидировать. Не, уже все. Дед. Да просто в нем сидит нечто. И управляет самозванскую. Но обезьяны не жевали. Они выходили и начинали прыгать. И ты просто тащился. Тебе надо было вставать. И ты тащился. Для этого выражения ничего не было. Ладно. Попробуй, хватит философства. И бормотать про гидроцефалов, про их не крест. Ваненька, давайте. Подписывайтесь. Нас скажу, днем все больше и больше. Мы самые крутые. Всем пока.